Мечта получить свои квадратные метры совсем недавно реализовалась для 95 семей военнослужащих и 33 многодетных семей. В областном центре в Заречном районе был сдан очередной дом. Семья Завадич в предвкушении начала отделочных работ. Здесь уже давно мечтали о своих квадратных метрах. Теперь уже можно продумывать дизайн и выбирать цветовые решения для своей квартиры на предпоследнем 15 этаже. Площадь наша составляет 61 квадратный метр. У нас будет проживать трое, для нас это достаточно большая площадь. Здесь у нас будет находиться кухня, зал и далее будет спальня. Квартиру мы планируем делать в светлых пастельных тонах, это немного увеличивает визуально квартиру. Очень удобно расположение балкона на кухне, это будет давать больше освещения нам. Очень долго ждали этого момента. Жили и у родственников, и снимали, и переезжали, очень ждали, лет с 13 года ждали. Мы очень рады, что получили сегодня ключи от этой хорошей квартиры. Новый дом появился на территории Московского района, молодого, динамично развивающегося и самого крупного в областном центре. Чем больше площадь территориальной единицы, тем больше желающих иметь здесь свои квадратные метры. Основанием для постановки на очередь могут быть разные обстоятельства. Стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий могут граждане, обеспеченные жильем общей площадью менее 15 квадратных метров на одного человека, проживающие в общежитии, не имеющие в собственности своего жилья и другие категории. Как рассказали нам в администрации Московского района, особенно активно сегодня пользуются своими преимуществами многодетные семьи, для которых существуют определенные льготы. У нас, это идет двумя, указами регулируется, финансирование строительства для, в том числе для льготников, это указ номер 13 и указ номер 240. В соответствии с данными требований главы государства, 13 указ это предоставление льготного кредита, а 240 регламентирует порядок предоставления субсидий, тоже, которая идет в погашение по кредиту. Он предоставляется по 13 указу на 40 лет, а по 240-му на 20 лет. Сегодня Брест активно застраивается. Строительные площадки развернуты в разных уголках областного центра. Заречная часть, Вулька, микрорайоны Юго-Запада. Кроме того, ведутся работы и в Ленинском районе, в частности, по улице Лейтенанта Рябцева. В Большом Новом районе часть домов уже сдана, остальные находятся на стадии возведения. С учетом скорости строительства, а сегодня на один панельный дом необходимо порядка 8-9 месяцев, счастливых обладателей заветных квадратных метров в ближайшее время станет еще больше. Как рассказали в администрации Ленинского района, в последние несколько лет здесь очередь существенно продвинулась. Особое внимание, по мнению специалистов, стоит уделить сейчас молодым семьям. Для них по-прежнему действуют свои условия. Вся постановка на учет у нас регулируется жилищным кодексом. В соответствии с данным кодексом у нас выделены 12 категорий граждан, которые имеют право постановку на учет. Наиболее распространенный случай – это обеспеченность менее 15 квадратных метров. При этом мы смотрим общую площадь жилого помещения. Также молодые семьи, впервые вступившие в брак оба супруга, которые находятся в возрасте до 31 года, принимаются на учет без учета площади родственников. Главное, чтобы у них у самих не было отдельного жилья. Да, ожидание всегда томительно. Всего в Бресте на очереди находится около 25 тысяч нуждающихся. Тем не менее, каждый год в областном центре вводятся новые многоэтажки. И каждый год тысячи квадратных метров находят счастливых обладателей. А тех, у кого еще остались вопросы, ждут в администрациях города, где проконсультируют и помогут с оформлением документов.